Звали женщину ту, Махтуба. Да не женщина, просто девчонка. А тростинка тонка и слаба. Ты тащила меня по воронкам, а потом, разорвав паранжу, бинтовала горячие раны в кишлаке под названием Анжу. По колоннам пути Бадахшану Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Помню родичей стайку твоих, к небу тянущих тонкие руки. Ты сказала одно: «Шурави!» И они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат и врачей утомленные лица. Я хрипел им: «Где мой автомат?» А он не скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из сада принесла поутру КПП пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой. Затянулись военные раны. Только как-то связалась с судьбой та девчонка из Афганистана. Я не помню почти ее глаз, что запомнишь в бредовом тумане. Может, кто-то другой меня спас, а может, вычитал в старом романе. Вот только ветер поет Махтуба и куда-то зовет Махтуба. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Махтуба, снова ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Я пошел в ту атаку опять, вот только время не движется вспять. Ты же не спел 345? Нет, подожди, КГБшник, да, отцом? У тебя было в оригинале, ты пел. Друг какая-то фея из хада. Ну, про из хад надо объяснять, а? А хад это их не КГБ. Хад это КГБ, СГИ, служба. А он тебе вместо хада, вдруг какая-то фея из сада. Ну, из сада рядом. Ну, скажи из КГБ, вдруг какая-то девчонка. Ну, нагрена, всю лирику испал, вот это Мостаков. Как напьется, так вот все. А что, стыдится-то? Справедливый, но грубый.